Власти Туркменистана обязали граждан пользоваться исключительно машинами белого цвета. Об этом сообщает издание Хроники Туркменистана. С начала 2018 года полиция начала отлавливать на дорогах машины других цветов. Однако до марта у автовладельцев было время перекрасить свои машины или перепродать их в другой регион. К 25 мая, когда отмечается День Ашхабада, на дорогах должны остаться только белые автомобили. Напомним, что белый является любимым цветом главы государства Гурбангулы Берды Мухамедова. Машины прочих цветов просто перестали ставить на учет. Из-за возникшего ажиотажа цены на перекрашивание резко выросли. Средняя стоимость покраски составляет 18 тысяч монатов. 5143 доллара по официальному курсу. В небольших частных автосервисах покраска обойдется значительно дешевле, но ее качество будет хуже. Напомним, что еще в 2015 году в стране вступил в силу негласный запрет на ввоз автомобилей черного цвета. Туркменские журналисты считают, что причина такого решения заключается в суевериях и самодурстве Берды Мухамедова.